Так, ребят, я вернулся, сейчас продолжим. Поехали. Снэк затащил пару рационов. Да. Силер, привет. Да. Так, и что же у нас тут есть? Куда мы вообще попали? Опа. Так, что-то их тут много. Ну, Снейк вроде как выздоровел. Сейчас перебьем, наверное. Хотя это ребята сильно бронированные какие-то все. В противогазах. Так, достаем несмертельное. Несмертельную катану. Начинаем нарезать. Еще один. Так, ну вроде пока динамика положительная. Ой, не Снэк по щам, что ли, заехал? Похоже, так приложил, наверное, по-дружески. По-отечески, я бы сказал. По лицу. На Райден. Слушайте, а у Снэка с Аимом все хорошо вообще. То есть он просто нарезает из М4, как... Ой, а кого убили-то? Подожди, что это? Нет, миссия продолжается. А, полная психоделия вообще. Что происходит? Друзья, я не понимаю еще. Маленькое окошко. А, нет, снова нормально все. Холод, на что ты меня подписал вообще? Что это? Что это за безумие? Не, японские игры прекрасны, ребят. Это что такое, опять что ли? 5 mission failed. Да почему failed-то? Я же продолжаю драться. Может, баг какой, ребят? Я не знаю, что происходит вообще. Я буду просто резать. Пока режется. О, ужас. А чё-то Снэк бессмертный какой-то, ему повредить не могут. Или могут. Нет, у меня хп убывает потихонечку, не попадают все. Вот жесть-то, кто там еще? Так, нет, в Снэка попали. Рационов он больше не кидает. Но нас пока хватает, в принципе. Там один убежал. Блин. Что ж это такое-то, а? Сколько ж вас здесь? Я не знаю, сколько мы перебили, но уже, наверное, штук 50. Если не больше. О, все, закончилось. Безумие это. Кодзима, бро. Так. Это фортуна, ребят. Фортуна. Я долго ждала, Solid Snake. Ты источник всех моих страданий. Что?
Два года назад ты убил моего отца. Это было начало адом для нас. Все, кого я любила, покинули меня один за другим. И как бы сильно я ни желала, я не могу последовать за ними. Бесконечный кошмар. В моей жизни осталось всего одна цель. Ожидание подошло к концу. Ты говоришь о ядерных ракетах? Хотя никто не может убить меня. Я начну с тебя, Solid Snake. Проклятие. Похоже, сегодня выбор пал на меня. Так, понятно. Все сложно, но я думаю, что Снейк справится. Ты хочешь обрести вечный покой? Ты его получишь прямо здесь, прямо сейчас. Что ты собираешься делать? Пули не могут даже приблизиться к ней. У меня есть одна мысль. Она не ведьма, в конце концов. Полагаешь, сможешь убить меня? Я не знаю, через что прошлось пройти тебе. Я не убивал твоего отца. Ты думаешь, кто-нибудь поверит тебе? Райден, уходи. Так, все понятно. Так, куда мы попали? А, мы попали наверх этой платформы. Но я думаю, со Снейком все хорошо. Все будет нормально? Я надеюсь. Джек, я следил за тем, как ты сражался. Ты вспомнил методы убийства, которым тебя учили давно. Или это одно из гордых достижений твоей программы обучения? О чем ты говоришь? Был настоящий сюрприз. Оцелот обнаружил тебя. Неплохая идея, чтобы огонь боролся с огнем. Создать идеального убийцу, собрата Солида Снейка. S3 означает симулятор Солида Снейка. Эта программа была разработана для искусственного создания Солида Снейка. Да ладно. В результате команда из Foxhound, хотя Foxhound больше не существует, изображает Солида Снейка в режиме VR. Это тебе ничего не напоминает, Джек? Я сожалею, что тебе не сказали об этом раньше. И ты был просто марионеткой в руках патриотов. Очевидно, что патриоты повелись на мою приманку. Я вычисляла агента, прежде чем операция вошла в последнюю стадию. В общем, мы просто наживкой были. Джек, те дни во время гражданской войны, они были настоящими. Каждый день проходил на грани между жизнью и смертью. Ты бежал от этого. Но теперь ты вернулся на войну. Ради чего-то нереального. Так. Похоже, нас пытаются надуть. Достаточно игр, Джек. Теперь нет никаких причин оставлять тебя в живых. Что там? О, господи. Так, раз, два, три. Ты получишь достойных противников, наконец. Так, что делать-то? Где Снейк? Он что-то говорил там про какие-то ракеты. Нет, да ладно, я с одним таким дрался в МГР, и как бы было не просто там, а тут их три. Так. Что делать? Да ладно, их реально три, ребят. Так. А что у нас есть? Стингер у нас есть. Холод, что скажешь? Сейчас, ребята, я почитаю чат, я просто первый раз на данном энкаунтере. На экстриме их тут больше 20.
Но это на всю ночь. Стингер, бери. Так, и что, стингер... Подождите, а стингер это же смертельное оружие? Или они... Ну, они не живые, в принципе. Хочешь спойлер про количество? Ребят, огромное количество пек, конечно, меня немножко демотивирует. То есть их много, да? Их много. Они не живые. Ну, я на харде играю. Так, ну одного такого похожего я убил в первой части. Давайте посмотрим. Так, можно... Так, и чё, я попал? О, да ладно. Подождите, одна ракета смерть, что ли? Нормально вообще, нормально, да, это хорошо. Так, окей. Окей, я все понял, да. Энкаунтер интересный, ну давайте попробуем. Та-та-та... Это что такое? Так, ну он нагинается, да? А, вот так вот все надо делать, да? Вот таким вот макаром, да? То есть в рот и в колено. В колено и в рот. Так, отсюда уходим. Это что такое? Это боеприпасы. Хорошо. Stinger Bullet. Я вас понял, ребят. Да, ракеты больно бьют очень. Так, от них, наверное, можно просто убегать. Сейчас я привыкну, ребят, и убьем. Наверное, убьем, да. Все ясно. Так, ну в колено и в рот, в колено и в рот. Сколько их там будет? На экстриме 20. Ну, я думаю, тут штук 10, наверное. 3. Ох, да, ничего себе. Не успею, не успею. Вода. А, рациона тоже даем, да? Я понял. Ладно. Да, тут жесть, конечно. Так вот, с кундачка это все не убить. Так, ну один почти уже. Да ладно. Он там в рендрейдж впал, похоже. Блин, вот террас.
Где мне рацион? Дадут еще хоть, я не знаю. Беда какая. Райден, вставай. Рацион посерединке лежит. Все ясно. Райден, are you all right? Райден? Райден! Можно сразу в рот, тогда урон меньше. Попробуй чья взорвать, не получишь урон от ракет. Я понял. А, ну да, вот смотрите, чавки работают. Сейчас заюзаем. Еще раз так же. Все, механика мне ясна. Конечно, надо было поаккуратней. Так, опять он вышел. Рацион надо брать. Не попал. Дамаг он не получает от выстрела в колено, он просто рот открывает. Может, пофигу, стреляем ему в рот просто. Безопаснее будет. Носимся, стреляем в рот. Ну, как вариант. Попал. Да, тут вообще жесть на самом деле. Непросто, ладно. Так, ребят, в рот, в колено не успеваю что-то. Давайте попробуем только в рот, наверное. Да я делаю перекат, ребят. Перекат я делаю. Нет, если просто в рот стрелять, то имх успеешь всегда. Самое главное не стоять на одном месте, вот в данном случае, когда они ракеты запускают. Можно носиться от... Водой стреляет еще.
Да, можно. Можно только чисто в щи стрелять его. Так даже быстрее выходит. Ну, по крайней мере, я хп не трачу. Но больше патронов ходит. Не знаю, хватит ли патронов стингера. Должно хватить, по идее. Так, сейчас попробуем. О, вот это жесть, да. Вот, короче, там прям не успеваешь. Так, их пока много, не получится так сделать. Да, ребят, наверное, сначала только в рот сейчас надо стрелять. Ну, в лицо имеется в виду. Не в рот, конечно, просто рот открывает, я по аналогии. Что это рот? Конечно же, это просто кабина. Так, телефон звонит, секунду. Так, ребят, да. Скоро заканчивать уже буду. Ладно. Напоминает, что завтра у меня в смену. Коллеги, которые смотрят стрим. Заботливые. Ух ты ж, ёжик, как он больно все сделал очень. ХП нет вообще. Надо хотя бы одного убить. Рацион под ним прям. Надо идти брать, что делать. Иначе смерть. Да. Что же я творю-то? Так, на одного не стало. От этого легче не становится, что одного не стало, то есть их осталось двое. А, они встали по-другому. А, еще один пришел. Хорош вообще. Так, ну в общем это надолго. Ладно, ребят, надо... Пойду-ка я уже, пожалуй, отдыхать. Потому что толку от траев в усталом виде все равно не будет. Да, продолжим это, наверное, в выходные. Убьем.